Уроки физкультуры здесь проходят нестандартно. Во многом это заслуга Владимира Хайхяна. Он всегда старается заинтересовать детей, предложив что-то новое. В профессии Хайхян 53 года. 41 из них работает учителем физкультуры в школе номер 2. Добиваясь результата, мы вкладываем всю душу, все сердце, внимание детям. Мы стараемся заинтересовать, конечно, их, чтобы поменьше сидели, как освобожденные, больше занимались. В свой первый год работы Владимир Андреевич завел традицию и вот уже 40 лет ведет вот такие альбомы. На страницах спортивная история школы, фотографии, автографы известных спортсменов, которые в разные годы были гостями учебного заведения. На снимках и ученики Хайхяна, которые впоследствии стали чемпионами России и мира в разных видах спорта. В их числе и олимпийский чемпион, бобслеист Алексей Воевода. Благодаря таким заметным достижениям школа номер 2 признана одним из лучших последователей хартии «Я люблю Сочи».